Что касается Сатурна в седьмом доме, то есть он начинает, опять же, воздействовать на сферу отношений. Ну, кстати, так что вот все отмечают там, что они все замуж поуходили с Сатурном в знаке седьмого, я не могу сказать, что у меня большая статистика на этот счет. Часто вообще проживается как-то никак. То есть у меня многие пишут, ну, я ничего особо не почувствовала, пока он там по седьмому шел. То есть многие уже были замужем в это время, видимо, может быть, поэтому. У кого-то были... Но знаю примеры, когда шестой дом, кстати, отвечает за тети и дядей, поэтому если какие-то ответственности необходимо связаны не только с машинами, животными, работой, но и с тетями и дядями, могла на вас повеситься в это время, не дай бог они погибли. Вот. Но седьмой дом — это тоже бабушки, дедушки, начинается с них. То есть если когда Сатурн, если у вас седьмой дом в Козероге или в Водолее, то как раз вот этот период сейчас вы проживаете. Дедушки, бабушки, так скажем, могли, не дай бог, отойти нас в свет иной, либо вы должны им помогать, должны как-то о них заботиться, вот, и, так скажем, брать на себя ответственность. У кого-то, слава богу, с отношениями действительно происходят сдвиги. Если до этого вы не вышли замуж, если у вас никого не было, то с Сатурном в седьмом вполне вероятно вы можете познакомиться с тем самым мужчиной, как и по пятому, с которым пройдете долгий, счастливый путь вместе, то есть серьезные отношения. Опять же, если, так скажем, у вас не будет никаких, желания, да, у вас не будет желания сделать отношения серьезными, и вы не будете рассматривать эту ситуацию всерьез, тогда он вам просто перекроет кран отношений и скажет: все, никаких отношений, не хочешь быть взрослой в этом плане, сиди дома и, не знаю, грусти в подушку. Вот. На Сатурне по седьмому вышла замуж, родила ребенка, получила диплом, была очень несчастна в личной жизни. Вышла замуж, потому что казалось, надо, должна, иначе вдруг потом не выйду, поезд уйдет. Ну, видишь как, захотела, вот тебе, в общем-то, Сатурн дал все возможности, совершенно верно. А ему все равно, что вы там любите, не любите. Ну, главное, чтобы вот должна, значит, выходи. Правильно, Вика. Ну, у тебя еще, кстати, в седьмом доме, я помню, огромное количество планет, поэтому у тебя там по всем фронтам вообще прошлось событийно. Вот. У мужа Сатурн в седьмом мучительный развод. С первой женой женился на мне, и развод, и брак. Вот так вот. Действительно, разводы и снова браки, и вся вот эта вот какая-то какофония начинается, да, от развода до брака, возвраты обратно. И если что-то происходит, то происходит серьезно. То есть если отношения, то надо расписаться. Если разрыв, то он серьезный, вплоть до того, что вы идете официально расторгать эти отношения. Вот. То есть действительно время такое, ну, строгое в этом плане. И если у вас брак, то я бы не советовала вам на Сатурне в седьмом эти 2,5 года всерьез там произносить, знаете, в порыве ссоры, типа, давай разведемся или что-то в этом духе. Вполне можно довести, реально, потому что и настроение будет такое, что вы пойдете до конца, если что. И в целом, и то же самое с браком. Если вы не любите человека, с которым вы вместе и не хотите брака, то, может быть, время разойтись как раз, потому что на этом Сатурне в седьмом вам придет мысль в голову расписаться, и вы пойдете, и потом будете жалеть о том, что это сделали, если вы действительно его не любите, потому что вот это время, когда вы доводите до конца все дела, которые связаны с этим домом. А, вот, Сатурн зашел в Солнце в знак седьмого дома, рассталась с парнем, познакомилась с сатурнианцем. Ну, совершенно верно, если парень был несерьезный, логично, что вы, скорее всего, с ним разбежитесь тоже в это время. То есть, опять же, он будет отсеивать Сатурн в седьмом все несерьезные, несерьезных партнеров. У меня у мужа, когда Сатурн зашел в седьмой дом, он заключил партнерские отношения по бизнесу, то есть начал бизнес. И как раз мы поженились, да, мы поженились, у него начался бизнес. Но бизнес, так скажем, не то, что, не потому, что там надо или что-то, там действительно бизнес по любви и все такое, вот, но шел он тяжко, то есть там надо было там впахивать, и до сих пор даже впахивать, сейчас уже получше, но вот он очень медленно так, знаете, с бурлаки на Волге, вот так примерно, такие ощущения от процесса подъема в бизнесе. То есть надо взрослеть, то есть человек в партнерстве должен повзрослеть и должен взаимную ответственность чувствовать. А на Сатурне в седьмом разорвал отношения с бизнес-партнерами, да. Вот либо разрыв серьезный такой официальный, либо наоборот сход. И вот сейчас Сатурн выходит
из Козерога, из знака седьмого дома у моего мужа. И он тоже, скорее всего, разрывает отношения с партнером и с одним из партнеров, так скажем, скорее всего, разорвет. То есть, так скажем, на выходе. Вот. И спасибо большое. Соответственно, вот такая интересная ситуация. Что еще было? У моих знакомых, которые даже не собирались там замуж, ничего, у них проигрывалось по соревнованиям, по викторинам. Вот человек, если серьезно готовился к каким-то соревнованиям, выставкам, конкуренции, соперничеству, то именно на проходе Сатурна по седьмому он вступал в серьезные соперничества и выходил победителем, если оказывался вот перед комиссией подготовленным максимально. У него хватало терпения на то, чтобы подготовиться так, как никто другой. Потому что вот в партнерстве, в конкуренции тут вот как бы включается вот этот мотив, как бы идти до конца, чего бы это мне ни стоило. Поэтому если вы как раз собирались с кем-то помериться письками, ну, или просто посоревноваться, или там пройти какие-то конкурсы, марафоны и кастинги, то самое время. Кстати, и для собеседований хорошее время. То есть я имею в виду, если вы вот на Сатурне в седьмом там будете устраиваться на работу и проходить собеседование, вас тоже будут воспринимать достаточно серьезно, если вы уделите время подготовке, и ваша репутация, она будет расти на глазах как серьезного, внушительного, солидного человека. То есть надо этим заниматься, своей репутацией, если вы не хотите никаких сдвигов негативных в том же партнерстве. Но в худшем случае вы останетесь вдовой, конечно. И все, так скажем, ответственность возьмете за партнера. Но у меня у мужа, пока вот Сатурн шел здесь по седьмому, вдовцом он не стал, но ответственность за меня, за партнера своего нес постоянно, потому что я абсолютно беспомощный в быту человек. И надо сказать, что вот ему приходилось не сладко, а сейчас, пока я беременна, ему вообще не сладко, потому что у меня такое ощущение, что несколько детей уже... Вот, и так что, может быть, за партнера будете нести ответственность, потому что он просто такой не сильно взрослый в каких-то вопросах, либо вы будете нести за него ответственность, потому что не дай бог он болеет, или не дай бог он умрет. Вот. Да, кстати, седьмым домом можно начинать консультировать, да, серьезно, репутацию свою как-то поддерживать. Так, нет, Сатурн седьмом, нет, ничего подобного. С Сатурном седьмом в Наталье все есть люди, которые очень рано выходили замуж. Дала работу, думаю, идти и поняла, что семью хочу. Замуж в этом году прям чувствую, выйду, классно. Еще часто пишут, что Сатурн по седьмому это суды. Ну, если серьезно начать там с оппонентом, да, с конкурентом, с врагом, доход, может дойти до чего-то серьезного. То есть, если какие-то вступить в такие конфронтации, то вы доведете до суда, вполне возможно, что, еще раз говорю, настрой такой, что надо прям вот в цели до конца зубами продираться. Нужно, чтобы Сатурн зашел в знак дома, чтобы вы его там почувствовали. А если при этом возвращение, то тем более. Так, муж уходит с работы. Так, натальное управление... Так, хорошо, какие еще примеры? У меня не хочу работать, хочу семью, хочу заниматься астрологией. Прекрасное время, чтобы подумать об этом. Так, на Сатурне в шестом доме были первые серьезные отношения. Встретили МЧС Солнцем в Весах, но отношения не двигались дальше, потом я рассталась с ним как раз на выходе Сатурна из Весов. Ну, тут уже знак, тут уже не дом, просто проигрался у вас, как бы знаки тоже могут нести свою историю. Транзит Сатурна по седьмому, охлаждение отношений с супругом, но у него проблемы на работе и вся ответственность на мне. То есть ответственность за супруга такая на вас. Да, ну... Как бы непростой период. А если по Фирдеру начинается Сатурн, а он правитель седьмого, да, вполне могут быть отношения.